Всем доброе утро! С вами Татьяна и полная практика прощения. Screen My Life и Ярослав Мудр-Воронцов. Что-то как-то темновато у меня. Камеры видно, но это другой телефон. К сожалению, первый раз на него снимаю. Так вот, что хочу сказать. Я хочу сегодня с вами поделиться своим вдохновением, своим таким позитивным моментом. Ой, меня... Сегодня очень порадовала и напомнила лето, но насколько море классное сейчас. Посмотрите, я хочу вам показать. Какие классные волны, правда? Сейчас прям увеличились в последнее вот время. Так вот, я хочу сказать, еще раз показать, вернее, вам, насколько это прекрасна наша природа, насколько она радует, по крайней мере, насколько она так воздействует. Надеюсь, я и вас немножечко порадовала и напомнила, и показала, в общем, как выглядит сейчас море, как оно прекрасно, какие сейчас волны. Смотрите еще раз. Безумно меня радует и вдохновляет. Желаю вам найти ваши вдохновляющие инструменты, то есть с помощью чего вы радуетесь, заряжаетесь на позитив, вдохновляете других людей, своих близких, радуете, вдохновляете. Я вам желаю их найти и использовать в вашей жизни, чтобы каждый день радоваться каждому моменту, каждой секунде, минуте вашей жизни. И видите, во всем есть позитив, есть своя радость, от чего мы можем получать ее. И даже когда вам становится как-то грустно, вспомните, например, про это море. Например, посмотрите наше видео и мое видео. Может, оно вас порадует. Насколько море меня вообще оно радует и успокаивает одновременно. Это очень классное ощущение, мне это очень нравится. Мне нравится быть у воды, у моря и созерцать его, наблюдать. И внутреннее состояние меняется. Чего я вам желаю? Желаю быть радостными, желаю быть счастливыми и делиться вашим счастьем и любовью своими, с вашими близкими. Опять меня чуть море не догнало. На сегодня все. До встречи. С вами была Татьяна. Green My Life. Живите на яркой стороне. Я знаю, и ты знаешь, ты можешь это сделать. Начни это делать сейчас. Все. Всем пока.